Привет, друзья! Злые птички возвращаются на наши с вами экраны в рубрике «Мобильные игры». Поехали дальше, посмотрим, что там у нас впереди. Я вижу сундук. Сундук! Как говорила Масяня. Ну, это дело закрыто. 22 уровень. Я, кажется, его проходил уже. Или не проходил? Или проходил? Сейчас выясним. О, боже. Так, вентиляторы. Что это такое у нас за постройка такая у свиней? Камни и, по-моему, еще какой-то то ли бетон, то ли... Не, бетон, тоже какой-то камень. Так, давай посмотрим. Ага. То есть я могу как-то вот так жахнуть. Свинья уже просто в дикой панике. Давайте попробуем пробить хотя бы... Ну, хотя бы вот так, что ли. Кавабунга! Кавабунга не сработала, потому что... потому. Очень все там у них крепко оказывается, поэтому... Поэтому не зря здесь стоит вентилятор. Давай попробуем его использовать. Предположим, вот так. Опа! Прямо в яблочко. Таким образом мы сбиваем свинью, но теряем птичку. Так, хорошо. Давай смотреть дальше. Мелочь пузатая что-нибудь сможет сделать, как вы думаете? Вот чисто гипотетически, что он может предпринять? Такой маленький. Давай попробуем. Опа! Ну, как бы свинью-то выбить мы можем, но без магии это дело не проходит. Посему давай смотреть, как можно использовать ее. Ну что, друзья, первый раз не получилось, я надеюсь, что получится во второй. Чак, давай, детка, действуй, ты знаешь, что делать, давай, подай. О, хорошо, как говорится, живем-то. Дополнительная карта. Вот это, я понимаю, хорошее начало. И птицы сэкономлены, и как бы свиньи повержены. Едем дальше. О, господи, час от часу не легче. Что у нас сейчас? Тут у нас появляется босс. И это уже серьезное дерьмо. Шеф-повар. Что-то мне подсказывает, что с шеф-поваром мы уже дрались. Разве нет? Уже что-то такое было. Так, смотри, это можно сделать вот так, а можно сделать вот так. Вопрос только зачем? Ха-ха-ха-ха-ха. Давай сделаем вот таким вот образом. Хоп, я не знаю, что мне это даст. О, хорошо. Хорошо мы шеф-повара как бы чпокнули, да? Падай, гребаный свин. Давай, детка, давай, взрывайся. Отлично. У нас все взрывается к чертовой матери. Падай. Дополнительная карточка, вот это меня очень радует. Свинья просто негодует на этих воздушных потоках. Ну, где-то четверть жизни мы как бы забрали. Дальше, что мы делаем дальше? Давай попробуем с Теллой это дело подрумянить. Опа, шикарно. Прямо, как говорится, в яблочко. Или, проще говоря, прямо в свинку. Чудесно. Победа птиц. Притом очень красивая, очень такая лаконичная победа. Что-то он там Лакруа нам сказал и как бы улепетывает. Поехали дальше. Забирают наши яйца. Уже в который раз забирают. Какая-то подлая свинья опять же на этот раз. Летим дальше. У нас сундучок. И что нам показывают? 30-й левел аж надо. Что у нас здесь? А здесь у нас серебрянка. Серебряночка. Петляющая легенда. Так, серебрянка еще раз. Ага, она делает такой вот круговорот. Прекрасно. Сейчас будем смотреть. 23 уровень. Какие-то новые птички добавляются. Я таких что-то раньше не припоминаю. Так, серебрянка, давай посмотрим. Нас должны обучить, как тобой играть. Ну, предположим, да, я хочу ее запустить сюда. Ага, какой угар. Так, нажимаем здесь, и она прямо... О, шикарно же. Просто изумительно. У нас очень много птиц как бы в запасе. Главное, чтобы мы это дело с вами не растрясли, не потеряли. Землетрясение. Дали ачивочку. Поехали дальше. Так. Смотри, как это делается. А делается это вот таким вот образом. Нажимаем. О, в замедленном действии это просто бомба. Зарабатываем очень много очков. Я не знаю, засчитают там, не засчитают. Одна свинья еще осталась жива. Значит, надо что-то делать. О, смотри, что я могу. Я могу только так. Только Чаком запуститься. Чаки! Чаки нет! Господи, Чак, они просто... Просто все лалки. Так, что я могу еще сделать? Я могу попробовать вот так вот. Давай проверим, я не знаю, получится или нет. Но это какая-то гиблая затея, да. Это просто фейл за фейлом. Потому что если я стреляю, допустим, сюда, то я здесь уже ничего никак сбить не смогу. Мне надо как-то перелететь это дело. Давай попробуем скоростной птицей. Может, и получится. Повыше возьмем немножко.
А, и он улетает у нас вообще хер пойми куда. Да, жопа, она вот такая вот бывает. Мы это дело с вами переиграли, вроде как все нормально. Так, поехали. Третий наш обучающий уровень. Давай посмотрим. Боже мой, сколько всего нам тут выстроили. Так. Новой птички у нас нет, поэтому придется как-то довольствоваться старой. Давай сначала попробуем вон в ту дальнюю. Хопачки. Вот такая вот жопка у нас. Прекрасно. Дополнительная карточка нашей птицы. Вопрос только в том, как я мог бы ее использовать. Давай посмотрим. Так. Я вот смотрю, что можно. Можно попробовать так. Предположим, либо вот так вот. Ага, кстати, хорошо. Давай, опа. Так, это дело мы сдвигаем, но у нас остается еще, как говорится, свинь. О, нет. Пардон, я ошибся, свиней уже больше нет. Все хрюкалки у нас уже отправлены на тот свет. Победа птиц. Даже не пришлось использовать нашу новую птичку. Поехали дальше. Фух, уровни становятся действительно сложные, поэтому с первого раза можно даже не пройти. Уровень 24. Фух, посмотрим. Так, выбери заклинание. Давай возьмем перчик. Это должно быть очень жарко, очень горячо. Ух, не забывай использовать способности птиц. Я вот не забываю. Так, хорошо. Смотри, как хорошо. Хопачки. Мы сразу задели как бы и вторых свинок, но до третьих, к сожалению, не долетели. Третий столбик для нас пока что недоступен. Так, что бы такого нам использовать? Давай попробуем вот таким вот образом. Я этого сейчас вот так, хопа, полетел, давай, отлично. И остается последние две свиньи, я бы сказал, даже одна. Нет, даже ничего не остается. Вот это найс, вот это хорошо. Сэкономил на птице, значит, уровень есть шанс пройти. Поехали дальше. Это было пока что не очень сложно. Опять же, тут играет рандомно на руку. О, до центральной маленькой свинки добраться будет не так-то просто. Хотя эта конструкция должна быть подвижной. Насколько я знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, надо это дело перелететь. Для начала было бы неплохо. Опа. Ну, предположим, что мы сделали. А толку от этого? А толку как-то не особо много. Давай попробуем сдвинуть ее. Опа, сдвигайся. Двигайся же, ёпты. Давай, родная, давай. Эй, отлично. Вот это класс. Вот это, я понимаю, круто. Круто было бы, если бы эта свинья еще сдохла. Но свинья что-то сдыхать не собирается. Так, я не хочу рисковать пока новой птицей. Давайте попробуем старой. Как-то, наверное, вот так вот. Чудненько. У нас остается новая птичка. Так, и остается перчик. Вот это уже вопрос серьезный. Как мы будем действовать далее? О май гаш. Так, ну поехали. Попробуем. Перчик, давай. Вся надежда на тебя, детка. Опачки! Ну уже! Нам дали дополнительных птиц. Это хорошо, потому что остается еще один, который так хитро ржет. Давай возьмем маленьких. Примерно так. Я думаю, мы рассчитали на глазомер как бы нормально. Готово, прямо в яблочко. Фух. Непростой уровень, в принципе. Но очень даже проходимый. Я помню, в прошлых частях игры были прям такие жоподробительные задания, где реально приходилось прибегать к сторонней помощи, смотреть какие-нибудь гайды или подсказки. Продавался одно время, я помню, в App Store такой как бы мануал, там с картинками, как можно было это все пройти. Так, выбери заклинание, давай возьмем уточку. Нет, лучше, наверное, лед все-таки. Метель обращает блоки в лед. Купить? Нет, не хочу покупать. Давай уточку. Уточка как бы у нас решает. Фу-фу-фу-фу, как интересно. Так, это дело, по идее, должно долететь, я очень надеюсь. Хоп, поехали, давай, детка, давай, взрывайся. Взрывайся, и гори ты просто так. Отлично, вывели мы страйк, чудненько. Полетели дальше, а вот это уже интересное дерьмо. Это уже интересно. Давай попробуем это все нахрен замотать. Не, у тебя-то, кстати, давай попробуем, почему нет? Кря-кря-кря! Готово? О-хо! Прекрасно! Просто изумительно! Но! Смотри, как мы это сейчас пройдем эпично. Я сейчас попробую это разбить. Наверное, лучше верхнее, да? Если я разбиваю центральное,
А давай попробуем. Опа! Давай, давай, детка! Срывайся! Срывайся нахрен! Таким образом, мы сделали сами себе подлянку, потому что теперь добраться до свиньи очень проблематично. Очень-очень-очень проблематично. Так, знаешь, как я могу это сделать? Я могу это сделать с помощью Стеллы, наверное. Надо запустить ее повыше. Вот как-то так. Таким образом, да. Да-да-да-да. Я, в принципе, и планировал, чтобы динамит взорвался, и взрывной волной задело бы нашу свинью. Хитрая засранка. Не хочет, как говорится, бекон сдаваться. Поехали дальше. Третий у нас решающий. Довольно должен быть сложным. Какое-то ведро вижу, и меня это ни разу не радует. Так, я попробую новую птицу. Мяу, она говорит мяу. Ох, неплохо, 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 очень даже. Красопетушка дала, как говорится, просраться всем. И за это ей большой-большой респект. У нас остается итого 3 птицы, и я думаю, что 3 звезды мы с вами легко выбиваем. Поехали. Да, непростое это дело, как говорится, свинок-то убивать. Поехали дальше, что у нас за Колизей? Арена открыта. На арене каждый день проходят турниры. Соревнуйся с игроками со всего мира на бесконечном уровне и выигрывай кучу перьев. Следующий уровень давайте. Так, уровень 26. В принципе, я уже готов. Утята хорошая тема. Что нам предложат взять? У нас остается только перчик. Остальное придется либо открывать, либо докупать уже за деньги реальные. Ух, красопета моя, что я могу тебе сказать? Так, один пытается как-то там надуть это дело. Я сейчас должен оценить ситуацию, что мы можем сделать. Так, синий может, конечно, разбить, но толку будет мало. Давай попробуем... Давай попробуем Стеллу. Так, ну как-то вот так, наверное. Я не уверен, что получится. Ах ты ж, блин! Не успел ничего сделать, но, по-моему, они начинают дохнуть под весом. Прекрасно, падай, красавица моя, падай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Так, динамит я тоже выбить не смогу. Давай вот так попробуем. Опа! И что нам это дает? И дает нам это ровным счетом ничего. Ничего мы не сделали. Свинья как летает, так и продолжает летать. Перец использовать нерезонно. Убрать низ я тоже не смогу. В чем проблема? О, я выбил подарок, чудненько. Подарок-то я выбил, но я не вижу, что именно я за это дело получил. Так, перчик у нас есть. Мне что-то подсказывает, что это можно перепроигрывать. Хотя давай попробуем нашу красопетушку. Давай. Так, в любом случае тебе надо на вентилятор. О-хо-хо-хо-хо. Остается еще одна свинья, и мы тупо сливаем всех наших птиц. Я не знаю, как выбить последнего. Чтобы его выбить, надо подождать, когда он приземлится. Давай, давай, родной, давай. Родненький мой, давай ниже. Что-то слишком он улетает как-то. Надо чутка пониже. Ну, как-то так, наверное. Давай же! Ну уже, палочка! Я очень надеялся, что палка его заденет, но, видимо, не судьба. Не судьба. Ну, перец я, конечно, использовать не буду, у меня просто больше ничего нет. Всему я, наверное, переиграю. Давай, у нас вроде еще жизнь есть, как бы. Попробуем заново. Angry Birds — это игрушка, где чисто у нас все по рандому. Бывает рандом на нашей стороне, бывает, как говорится, невезение на нашей стороне. Как было в данном случае. Так, давайте смотреть. Давайте более детально. Теперь у нас поменялось это все, то есть заново уже той же самой построечки не будет. А это дело, в принципе, можно выбить. Очень даже можно. Опа! Опа-па! Как тебе такой расклад, мразь? Не ожидала, да? Вот так вот, по-папски. Я же говорю, тут дело рандома, опять же. Получится, либо не получится. Чудненько, едем дальше. Так, второй уровень. Что же нам покажут? Воздушный шарик — это, конечно, классно. Но я боюсь, что Стелла это дело не выбьет. Значит, надо попробовать... Перца у нас тоже пока нет, да? А есть еще 2 дополнительные птицы, но я пока взять их не могу. А-па-пам-пам, давай попробуем вот так. Давай вот сюда ее запустим. И вот сюда. Опа, отлично. О, что мы сделали? Что мы сделали, свинья? Какого? Падай, падай. Отлично, отличненько.
дополнительная карточка. Ну, конечно же, это дело уже просто выбивается. Это лед. А лед у нас очень любят выбивать наши синички. Отлично. С этим делом мы справились. И очень даже, кстати, неплохо. Поехали дальше, посмотрим, какая засада ждет нас на следующем уровне. Боже ж ты же ж ты мой. Ё-моё. Так, перец можно оставить как бы на десерт, на сладенькое. И заняться Стеллой. Стеллой. Так, я вижу динамит в конце. Я не уверен, долетит. Долетит, да. Давай попробуем. Давай, родная, давай. Оп. Отлично. Взрываем это дело. И отличненько. Очень даже нехерово, я вам скажу. Дела-то у нас обстоят. Я хочу попробовать сейчас выбить вот эту вот свинью. Может быть, когда она будет падать, она заденет тех, кто рядом справа. Попробуем. Отлично. Прямо в яблочко. И конструкция очень ветхая. То есть оно держится еле-еле. А-ха-ха-ха. Давай попробуем. Давай попробуем. Почему бы и нет? Хоп. Давай, детка. О, как же ты неудачно. Падай. Упади на свинью, пожалуйста. Упади на свинку. Жопа ты с ручкой, а. Я не хочу это перепроигрывать, поэтому давайте выберем перец. О, зря ты радуешься, друг мой. Очень зря. Фух, хорошо. Потому что если я сейчас бы перепроиграл, у меня бы оставалась, по-моему, одна жизнь, и остальные жизни приходилось бы либо ждать, либо закупать за денежку, а я пока что тратиться не хочу. Такс, поехали дальше. 27-й левел. Что же нам покажут? Мне уже, честно говоря, даже страшно смотреть, что за жесть нас ждет дальше. Выбери заклинание, у меня нет заклинаний больше. Новый появится на 31-м уровне, после того, как мы пройдем босса. Боже, ты же ж ты мой, а? Вы серьезно? Вы серьезно хотите вот так вот? И что это? Что? Нет, неплохо. Неплохо даже. Очень даже нехило. Это напомнило мне ситуацию, которая была где-то уровней 10 назад, когда у нас были ядовитые цветы. Что-то такое вот необычное и экстравагантное. Такс, давай смотри дальше. Серьезная жопа, серьезная. Давай попробуем вот так. Давай, прямо как раз по этой вот... Опа! Сдвигай, родной мой. Давай. Поехал. Да, жопа, блин, жопа. Свиньям настало. Птички говно перестали клевать. Походу весна наступила. Так, что мы делаем? Кто живой? Живых нет. Живых свиней у нас нет. А, беконом пахнет. Запах победы. Фу, интересная засада, я вам скажу. Как мы это пройдем? Пройдем это с помощью Стеллы, наверное. Допустим. Вот сюда ее направляем. И вот так вот делаем. Главное, чтобы эта конструкция упала. И что-то она пока не спешит падать, что самое обидное, мать твою, а? Давай попробуем вот так. Опа! Чудненько. И у нас остается центральная свинья, которая тут же отправляется на тот свет. Чудесно. Я уже испугался, потому что синенькой я бы, наверное, это дело не выбил. А так мы это дело проходим без проблем. Идем дальше. Фух. Да, игрушка действительно заставляет подумать и нервишки пощекотать точно. Играю вместе с друзьями. Спасибо, но я пока что хочу в одиночку. Forever, мать его, Elon. 28-й левел. Выбери заклинание. Да я бы выбрал, будь у меня в наличии заклинание. Боже мой. Вы издеваетесь, мать твою. Ну, в принципе-то. Это проходимо. Вот таким вот образом. Давай, отлично. Ломаем нахрен все это дело. Но у нас остается одна маленькая проблема. Вон та вот милипиздрическая свинья на той стороне. О, господи, ладно. Долетит, нет? Чё-то мне сомневаюсь в этом. Мы не ту выбрали. Синька не должна. Синька только против льда у нас в основном. Полетел, давай. Готово. Только, получается, потратили зря. Но получили, как говорится, нашего желтого друга обратно. Чудненько. Фух, это только первый уровень был. О, вот здесь Синька бы очень даже в тему пришлась. Так, друзья мои, что у нас тут есть?
Когда-то вентилятор играл нам на руку, но сейчас, мне кажется, он что-то не особо играет нам на руку. Ну, давай вот так пониже пройдемся. Опа, давай двигай, ну же, детка. Давай, родной мой, давай. Бомбани нахрен, нет, не бомбишь? Не бомбишь ты, походу, сегодня. А с тобой надо бы что-то делать, с тобой надо как-то решать проблему. А проблемы мы будем решать вот так вот. Может, поверху давайте опустим? Что-то идея не самая логичная, но, в принципе, проходимая. Готово! Готово! Нет, не готово. Ой, у нас там свинья оказалась в ловушке, и, в принципе, это дело уже, наверное, не пройти. Ладно. Я попробую, конечно, мне что терять-то? Что это было? Подожди, а почему она не взорвалась? Почему ты, мать твою, не взрываешься? Нет карточек у нас, поэтому я продолжить не могу. Печаль, мать его, беда. Я посмотрел ролик и получил, как говорится, еще одну дополнительную жизнь. Я попробую сейчас это дело пройти. Нет у меня заклинаний. Зачем вы мне показываете? Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Все, конечно же, сначала. Все сначала. Попробуем еще раз. Так, господи, я не знаю, получится или нет. Давай попробуем. Что-то ну даже не шелохнулось, господи. Куда мы с вами движемся? В какую жопу? Так, поехали. Динамита нет, поэтому ничего особо не разлетается. Так, остается еще одна свинья, и в принципе синюшка в этом деле может даже преуспеть. Что-то мне подсказывает, что может очень даже. Давай, красопетка, давай! Есть! Отлично. Выбиваем с вами Чака. Чак, Стелла и, по-моему, я забыл, как ее зовут-то, последнюю нашу. Ладно, не суть важно. Я думал, это какой-то спутник, это просто перевернутый зонтик. Так, давай смотреть. Что мы можем тут предпринять? В принципе, я могу это дело выбить. Очень даже неплохо выбить. Давай вот так. Опа! Выбиваем. Готово. Здесь свиней нет, но остается там все у нас как бы деревянное. Деревянное выбивается, как вы знаете, очень легко. Главное только, чтобы туда птица долетела. Давай попробуем вот таким вот образом. Полетела красавица моя. Опа! А куда ж ты? Нет! Господи, нет! Там миллиметр оставался. Мой глазомер меня подвел. Очень сильно меня подвел. Я не хотел бы сейчас. Я боюсь, что я таким образом... Давай вот так. Полетело чудо мое чудо. Давай, лети, лети, детка! Пожалуйста, взорви их, чертовой матери! Вот если бы там был динамит, я думаю, удача бы нам явно улыбнулась. Все, жизни у меня больше нет, и получается, мы с вами проиграли сегодня свинкам в этой серии. Ну, ничего, бывает. Посмотри видео, чтобы получить пиццу. Во, я могу сейчас посмотреть ролик, чем я, в принципе, и займусь. Чудесно, мы получили с вами дополнительную птичку, и самое время попробовать... ту же самую вакханалию, что была и в тот раз. Полетели, 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 опа! Открываемся и получаем, как говорится, жопу. Не повезло. Даже с дополнительной птицей мы потерпели сегодня с вами фиаско. Нету больше карточек. Очень грустная птица нам об этом как раз и говорит. Ну что, друзья, не всегда получается выигрывать. Иногда надо терпеть и поражение. Я думаю, что в следующий раз удача будет на нашей с вами стороне. Спасибо, что смотрели. Это было Angry Birds 2 вместе с Брейном. Всего хорошего. Пока-пока.